2 маг 10 рупий. Обалдеть! 2 маг 10 рупий! Знаете, какой самый интересный факт? То, что у ТикТака ножей больше, чем у раздрапа. Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет самое эксклюзивное видео среди всех ютуберов. Такого видео нету ни у Вели, ни у ТикТака, ни у Обойна, ни у кого. Потому что у меня есть друг-разработчик. Так вот, спустя 2 года уговоров, все-таки он согласился, и он мне показал весь свой аккаунт. И прямо сегодня, ребята, мы узнаем, сколько же стоит аккаунт самого настоящего разработчика. И это не все. Также, помимо всего этого, мы сделаем целых 3 Немлес крафта, я не шучу. Ребята, прямо эту секунду прожмите огромнейший лайк. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, я думаю, все заждались, а мы начинаем. Ну и первое, что хотел бы, чтобы вы все написали, хэштег Кент не Пеппа. Ладно, шучу. Если серьезно, ребята, я хотел бы, чтобы вы понимали, что это не приватка. Потому что если бы я в теории снимал бы приватку, меня бы сразу же бы забанили. Это 100% не фейк, поэтому даже не пишите глупые комментарии, а то я помню, снимал похожее видео, и все пишут, Кент, это приватка. Да не приватка это настоящий разраб. Так, ребят, ну что же, о ком пойдет речь? У меня есть друг-разработчик по имени Инсаф, вот его аккаунт, дуэль 10 кагалды, вот его ID, ID dev29, и именно он согласился прямо сегодня показать свой аккаунт, и не просто показать аккаунт, а еще открыть гифтбоксики, сделать немлес крафты и много-много чего другого. Поэтому, ребята, сегодня будет очень горячо. Так, ну что ж, давайте вначале просмотрим, чтобы понимали, что это все не фейк. Кстати, да, интересный момент, что если вы напишете Аксельбол в поиске клана, вы этот клан не найдете, потому что этот клан разработчики специально скрыли. Но благодаря тому, что Инсаф есть у меня в друзьях, я могу зайти в этот клан. Но если мы сейчас напишем вот так вот, смотрите, вот на тоненьком Аксельбол, ребята, что мы видим? А мы видим, что хэштег Кент Пеппа, потому что тут этого клана просто-напросто нету. Ну что, вы, естественно, пришли ради его аккаунта. Давайте смотреть, а почему бы и нет? Погнали! Ну что же, давайте смотреть, вы понимаете, это эксклюзивный материал, и впервые мы увидим именно меня на канале. Ребят, ну вот тут мы видим это аккаунт разработчика, то есть я думаю, ни у кого никаких сомнений нету. Так, переходим в профиль. Ну, естественно, разработчик не играет 7-й сезон, знаете почему? Да потому что он разрабатывает игру, у него не так много свободного времени. Вот, кстати, как я и говорил, клан Аксельболт Developers. Так, ну что же, смотрим дальше, пока что, ребята, без инвентаря. Инвентарь будет, сейчас, минутку подождите. Пока что давайте просто посмотрим, что к чему. Так, ребят, что мы видим? Клан Аксельболт, и, как мы видим, Инсаф в этом клане, это обычный участник, то есть мембер. Так, ну что, мужики, смотрим дальше. А кого мы видим? А кого мы видим? Ребята, это же я. Это еще один пруф, то, что это видео не фейк. Кента ПК в друзьях. А давайте посмотрим, кто еще в друзьях. Я вижу в друзьях какой-то рамки тестер. Это вообще чел без зайди, разработчик без зайди. Дальше мафиозник. Мафиозник, ты таким боком. Дальше я вижу какие-то, просто какие-то рандомные челы. Окей, смотрим дальше. О, а теперь самое интересное. Я попросил разработчика, чтобы он показал, что же ему пишут в личное сообщение. Давайте смотреть, потому что мне очень не терпится посмотреть, что там и как. Так, внимательно смотрим, какой-то котяра еще пишет. Ха-ха-ха-ха-ха. Я сейчас себя отодвину. Гладуэль, пыжи! Блин, это угар полный. Так, давайте посмотрим дальше. Так, кто там пишет? Просто рандомный чел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, братанчик, блюрь. Короче, тут чел просто оскорбляет разработчиков на ровном месте. Мы такое очень сильно осуждаем. Вы че на приколе? Ядрить кладите его за ногу. Ну, кстати, знаете, чем скажу? Ой-ой-ой, тоже блюрь, монтажер блюрь. Короче, брата, чтобы понимали, тут разработчику скинули в личку рекламу софта. Это реально не рофл, реклама софта у разраба в личке. Обалдеть. И знаете, какое сообщение пишут? Вот в конце можешь монтажер вставить. С этим софтом вы можете побеждать всех, рут не нужен. Просто прикиньте, какой угар, походу чел прям сейчас бан получит. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что пишет тут чел. Годер, здравствуйте, давайте дружить. Обалдеть. Как прикольно. А тут вообще пишет какой-то иностранец. Hello,
Are you here? Damn, hello! А, он типа, are you here? Имел в виду, ты тут? Ты тут, hello, hello, обалдеть, как же это прикольно. Да, кстати, да, обратите внимание, у раздрапа ровно 0 голдишки и 0 серебра, знаете почему? Да потому что он просто пишет нужную команду консольную, ну там куда-то пишет эту консольную команду, и у него весь инвентарь автоматически у него в инвентаре. Ой, подождите, не так. И любой скин автоматически у него в инвентаре. Да-да-да, вам не показалось. Вот просто смотрите, просто посмотрите, что вот есть интересного раздраба. А давайте фрагмент-боксик откроем. Проверим, есть ли у раздраба подкрутка или нет. А, как вы думаете, фрагмент-боксик. Открываем, и тут выпадает... Рарочка, нету подкруточки у разработчиков-то. Ой-ой-ой, ребята, вы... Так, подождите, давайте так. Пока что я вас заинтриговал. Вы понимаете, что дальше будет полный разнос. А что, если я вам скажу то, что мы прямо сейчас вместе с разработчиком сделаем Memories Craft? И не один, а целых 3 раза. Монтажер, пиу! И, пожалуйста, ребята, не пишите, что это симулятор. Это не симулятор. И еще раз вам повторюсь, это самый настоящий аккаунт разраба. Потому что, просто знаете, почему я это говорю? Потому что вы не поверите, что это возможно. Вот вы не поверите, что это возможно. Знаете почему? Потому что прямо сейчас у нас есть 30 Nemesis фрагментов на аккаунте разраба. 30! Мама дорогая! Так, окей, погнали прямо сейчас сделать первый Nemesis Craft. Окей, полетели. Так, вот так просто легенько нажимаем создать скин. И что мы видим? Что мы видим, леди и джентльмен? Что мы видим? Слушайте, мне реально интересно, а что выпадет, если сделать крафт на аккаунте разрапа? Мне очень интересно посмотреть. А вдруг сейчас разрап себе там подкруточку на магистру трубе сделал, а? Так, ну что, нажимаем создать. Чтобы понимали, тут байтов не будет. Это аккаунт разрапа. Ладно, я там создал видосик, 20 минут целое видео, и там за 5 секунд сделал крафт. Это аккаунт разрапа, для него это пыль. Все, поэтому прямо сейчас мы делаем первый Nemesis Craft, и нам выпадает Керамид Гол. Чего? Почему мне выпал Фэнфал Лезер? Вы это видели? Не, это нормально по-вашему? То есть вот так вот раздрабу везет и падают такие вот скины? Чего? Так, окей, переходим к крафт номер 2. Вот я подвигаю себя, что вы видели. У нас 20 Nemesis фрагментов. Все, ребята, максимально по-честному, и мы прямо сейчас создаем новый скин. Я вам скажу честно, сейчас будет очень жестко. Прям очень жестко. Я надеюсь, вы все прожали по лайку. Обязательно подпишитесь на мой канал. Ну а мы, ребята, приступаем к второму крафту. И давайте так, все пишем хэштег. Давайте напишем хэштег и что-то хорошее про разработчика. Потому что я его попрошу, и возможно кому-то из вас рандомно он даст бесплатный промик. Поэтому прямо сейчас пиши комментарий, что счет хороший. Так, ну что же, мы нажимаем кнопочку создать и делаем еще один крафт. Обалдеть, это все на аккаунте разраба. Ну, я думаю, все понимаете, что это точно не симулятор, как минимум по анимации и так далее. Это самый настоящий Stand of 2. Обалдеть! Что? Что? Мак, 10 рупий, чего? Чего? Да блин, да у разраба подкрутка, это невозможно! Как? Я просто не верю моим глазам! Как это возможно? Как? Ну вы видели, он даже буст не сделал! Просто без буста так взял, вот так просто нажал кнопочку открыть и все. То есть я там зову 5 ютуберов, колдую, танцую возле этого Nemesis Craft, и мне падает фаллайзер. Раздрап просто пальчиком, просто вот так нажал и все. Обалдеть, ох, ребята, вот это, конечно, да. Вот это, конечно, да, обалдеть, маг 10 руби. Так, ребят, ну что, давайте теперь делаем третий Nemesis Craft. Поехали. Видите, вот раздрап просто взял и нажал. Так, и что нам падает, что нам падает? АВМТХ. Обалдеть. Ну почему мне падают? Вот раздрап сделал 3 Nemesis Craft, ему 3 раза выпали нормальные скины. А я сделал 1 раз Nemesis Craft, и я в минусе. В минусе на 80 тысяч голдишки. Уважаемый разработчик, пожалуйста, включите мне подкрутку. Будьте человеком в конце концов. Обалдеть, как же это круто. Короче, ребят, чтобы понимали, только что я попросил у раздрапа и говорю: слушай, Инстав, братик, а ты можешь вот так немножко экшольчика подзавести на видео? Он говорит: братуха, без проблем. И он, походу, прям сейчас гифтбокс откроет. Чего? Гифтбокс за 40 голдишки?
Мне больно на это смотреть. Просто берет и открывает. Так, теперь открывает knife касечек. Окей, ну ножевой, да? Обалдеть, не встать! Не, слушайте, ну я вам скажу так, походу у него подкрутки нету. Потому что что с гитбокса, что с ножевого, ему выпали, ну, плюс-минус обычные скины. Ребят, сейчас, короче, вы просто обалдеете. Прямо сейчас он будет открывать, я просто уже смотрел это видео, он будет открывать Origin касик. Так, ну что же, ребята, о, смотрите, кто-то Раздраба приглашает, друзья. По секрету, у Раздраба открыта личка. Но не надо ему писать, умоляю вас, это не байт. Это не реверсивная психология, не надо ему писать, реально. Блин, мне кажется, после этого видео он закроет личку, я вам отвечаю. Ребят, сейчас будет экшен. Origin касик. Чтобы понимали, прям сейчас аккаунт разработчика подешевел уже, ну, суммарно 1040 голдишки. Так, окей, открываем, так, налегке, Origin касик, и на, выпадает, прикиньте, аккорд. Блин, так-то нормально выпало. Ну реально, ну типа прям нормальный скинчик выпал. Обалдеть. Так, ребят, ну что же. А тут вы видите, что уже пошел инвентарь. И знаете что? А давайте-ка мы вместе с вами прямо сейчас посчитаем, а сколько же в итоге стоит аккаунт разработчика Axel Bold. Погнали считать! Ну что же, а сейчас самая интересная глава в нашем видео, потому что мы, ребята, посмотрим инвентарь того самого разработчика. Для начала показываем профиль, чтобы не писали склейка, монтаж и так далее, а теперь переходим считать. То, что мы увидели прямо сейчас с касиком, ну давайте 1010, потому что там есть хелпак, который стоит сам по себе 8к. 10к, дальше, смотрим, смотрим, блядь, джентльмец, обалдеть! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 32, 33. 33 пары перчаток. Как вам такое, Илон Макс? Так, ну ладно, окей, давайте, 33 пары перчаток, ну в худшем случае это, ну давайте, плюс 50к. Плюс 50к это в худшем-худшем случае. Дальше, ребята, у нас пошли ножички. Тут у нас Мимикрай, тут у нас Хармони, тут у нас Керголд. Обалдеть! Давайте вот за все эти 5 ножей, ну я думаю будет максимально справедливое, но это примерно, ребята, 1350к. Плюс 350к, плюс 350к, обалдеть! Мы только начали листать аккаунт Раздраба, уже 410 тысяч. Так, дальше пошли, дальше пошли. А дальше у нас пошли дешевые ножи. Ну как дешевые? Для кого-то этот нож это просто мечта. Но для Раздраба это тупопыль. Давайте посчитаем, сколько же тут этих ножичков. 5, 10, 15, 20. 100! 120! 121 нож. Знаете, какой самый интересный факт? То, что у ТикТака ножей больше, чем у Раздрапа. Реально у ТикТака их больше. Так, ребят, ну что, для вас это будет одна секунда, а я прямо сейчас пересчитаю, сколько же все эти ножички стоят. Потому что там, ребята, ну вы сами видели, там очень много дорогих, интересных ножичков. И если честно, ребята, я думаю, что на это потрачу минут 30 времени, но все это мы делаем ради контента. Погнали считать! Итого, ребята, все эти ножички, это плюс 250 тысяч. Потому что там очень много дешевых ножичков. Итого, на данный момент, данный аккаунт стоит, ребята, 660к. А сейчас будет самое интересное. Это арканочки. Обалдеть. Алекспорт и 2, плюс 40к. Дальше 2 Авикатх, плюс FNFA Лезер. Это плюс 140к. Дальше Desert Eagle Aurait, плюс 80к. USP Genesis, плюс 20к. G2 Зворелик, плюс 15к. Дальше все эти арканочки. Ну, тут, ребят, как мы видим, арканочки все плюс-минус обычные, кроме одной. Кроме вот этой, потому что это плюс 150к. Так, ребят, итого, вот эти все арканы, что вы сейчас видите, которые я не посчитал, они примерно стоят плюс 60к. Плюс 60к. Итого, данный аккаунт вот на данную секунду стоит 1 165 000. Но это, ребята, только начало. Дальше у вас отлетит челюха. Дальше что мы видим? Я, ребятки, вижу АКРТХ, М4-1, это все очень дорогие скины. М4-1, Year of the Tiger, это нереально дорогие скины, но это все, что мы видим, это плюс 250 тысяч. Потому что тут очень дорогие М4-1. Обалдеть, вот это инвентарь, вот я понимаю. Так, дальше что у нас тут есть? Ага, сики. Да ты шо, G2 The Frozen, М40 Monster, AVM 2 Years. Ну, тут, ребята, скинчики уже подешевле, но, тем не менее, даже эти скинчики, что подешевле, ну, давайте мы их вот примерно прикинем, вот все эти скины, это плюс 50к.
И попробуйте мне только написать в комментариях, что у меня плохо с математикой, я неправильно посчитал. Ну реально, ну плюс 50к примерно, это все, что мы видим. Дальше, ребятки, что у нас тут? Дальше у нас пошли обычные арканы. Дешевки. Ну тут, ну сколько? Ну плюс 20к. Ну типа, ну это пыль, это пыль. Это что за дешевочки? Дальше у нас пошли легендарочки. Ну давайте вот за все это, ну вот прям за все это. Давайте, а давайте, знаете что? Давайте мы еще вот все эти легендарочки долистаем. Я их посчитаю и скажу вам плюс сколько к цене. Слушай, ну легендарки тут зачет, да? Ну прям легендарочки то, что надо. Так, ребят, ну что же, сейчас я все посчитаю и скажу вам итоговую стоимость. Итого, ребята, все эти легендарочки это плюс 88 косарей. И на данный момент аккаунт стоит 1 573 000. Но у нас есть одно небольшое но. То, что все эти предметы это new. То есть это новые предметы. А сам инвентарь разработчика мы еще до него не долистали. А вот что там? Вот там, ребят, реально интересно. То есть все эти эпики, рарки, ну я даже считать не буду. Ну, типа, нет смысла их считать. Я хочу долистать именно до инвентаря разработчика. Слушай, я знаю, какое у меня ощущение? У меня такое ощущение, как будто у разраба есть абсолютно все скины с рынка в экземпляре одной или двух штук. Ну, например, там Авик ТХ, там две штуки. Посмотрите, у него есть абсолютно все скины с рынка. Абсолютно все. Так, ну давай, тут у нас пошли комоночки. Это, ребят, пыль. О! Да ты шо? Чармик Black Spot плюс 15к. Дальше Charm V2 плюс 10к. Дальше вот эти все чармики, они недорогие. Плюс-минус по косарю. Ну давайте плюс, ну плюс 15к. Плюс 15к, вот-вот. О, ну хотя тут чармиков прям побольше. Ну давайте еще за эти легендарки. Вот за все это мы, ребята, тоже добавим плюс, ну еще давайте 15к. Так, окей. Я хочу дойти конкретно до инвентаря. Ну где инвентарь, уважаемый разраб? Ну покажи нам свои маг 10 рубий. О, наклейки! Ничего, тут еще и наклеек очень много. Слушайте, ну наклейки. О, Metal Red! Punisher! Самурай! Обалдеть, тут наклейки. А голдскула нету, да? Вы тоже не видели? Давайте мы еще раз присмотрим момент. А голдскульчика-то нету. Нету, родники мои, нема голдскула. Так, ребят, я еще все это посчитаю и скажу вам, сколько стоят все эти наклейки. Учитывая то, что там есть Snow Queen и куча дорогих нереальных наклеек, это, ребята, плюс 460 тысяч. Ну, это самый минимум. Потому что вы видели, какие там наклейки были? Там наклейки стоят по 300к. Так, окей, дальше листа. Metal Red есть, куча других прикольных наклеечек. Ох, ничего тут дорогущие наклейки с Queen коллекции. Обалдеть. Ох, ребята, наклейки просто бибочка, как говорит Терс. Так, ребят, ну что же. Давайте, чтобы все было максимально по-честному. Все эти наклейки, которые мы пропустили, плюс все эти граффити-паки. Ну это минимум плюс 100к, потому что там были дорогие Хэллоуин-наклейки и легендарки, мы их не считали. Плюс 100к. Так, окей. Итого, ребята, данный аккаунт уже стоит 2 188 тысяч. А вот теперь мы долистали до инвентаря разраба. Это его инвентарь! Это тупо прикол! У разраба в инвентаре лежит Чармоч Почмак, который стоит сколько? Плюс 20к. О, вот голдскул, мы говорили, где голдскул? Плюс 200к голдскул. Дальше у нас есть кирголд, это плюс 90к. И 2 маг 10 рупий. Обалдеть! 2 маг 10 рупий! Вы чё, на приколе? 2 маг 10-х! Вы на приколе? Так, подождите, я сейчас зайду в свой стендов, я сейчас посмотрю, сколько они стоят. Они стоят по 1 000 000 голдишки. Итого, ребята, плюс 2 миллиона. Потому что на рынке только один запрос от арткула, который стоит лям. Плюс 2 миллиона. Итого, аккаунт разработчика, внимание, стоит 4,5 миллиона. Большое спасибо Инсафу, Инсаф, братишка от души, что дал свой аккаунт. Ребята, давайте его поддержим. И вот ссылочки на его инстаграм, прямо сейчас перейдите, подпишитесь, также ссылки есть в описании. Потому что мы с ним договорились, что я его пропиарю от души, потому пацаны, не подкачайте. А вот тут, ребятки, мой инстаграмчик. Поэтому, братишка, перейди, подпишись, потому что я прямо сейчас выложил одну очень пикантную фоточку с санеткой. У меня в инстаграме, поэтому переходи, подписывайся. Там тоже будет весело. Также, братишка, если понравилось это видео, подпишись на мой YouTube канал, прожми лайк, напиши комментарий. И самое главное, родной, на ТГ-шечку не забудь подписаться. Ссылочки в описании. ТГ. Пожав ТГ, я тебе подарю бесплатно 5 косариков. С вами был ваш Кентуга. Всем удачи, всем пока.